Так, хорошо, тогда, если мы успеем проверить. Так, школы у нас больше нет. Камней нет их построить. Так, в горожан. Было какое-то здание. Так, любовь крестьянина. Так, у нас, по-моему, кстати, военная академия должна была остаться. Хотя, возможно, она здесь сгорела. Скорее всего, сгорел. Так, мы можем... А, нет, здесь нужны торговцы. Я просто хочу по-быстрому как-то их атаковать. Но все пошло под откос. С этими пожарами. Так, что мы можем? Можем рушить. Все. Все сносить. Так, это тоже сносить. Так, нет, у нас школа-то осталась. Тогда сейчас мы кое-что проверим все-таки. Получится. Так, а нам эти никуда не скинуть. Теперь еды не хватает. Так, это нам понадобится, в принципе. Промахнулся, думал, это еда. Возможно их вообще убрать или нет? Да, возможно. Это, видимо, у нас просто кубик был конструкт, поэтому они остались. Так, хорошо. Тогда. Думаю, здесь нам хватит, если что, построить районный центр. Так, либо можно попробовать... Башни в солдатских районах дают двое больше. Пускай будет. А как по-быстрому можно их атаковать? Солдаты. А, ну, у нас прокачаны все. Маленькие. Мы их уже не сможем, все сгорело. Кузня есть. Без кузни попробуем. Что получится? Дельная. Так, ну эти-то все. А, это у нас надо. Надо только кубики крестьян. Зачем я эти-то надел? Так, ну железо пока есть еще. В целом тогда, наверное, выгоднее даже через торговцев делать. Конечно, будет не очень. А здесь надо набеги делать.
Так, ну один у нас есть немножко более прокачанный. Так, надо еще, наверное, конструктор наделать. Вам это лучше. Так, теперь нам надо железо. А здесь сбора нет. Ладно. Так, как выкрутиться? Что получится, то получится. Один нужен. Так, железа нет. Катапульта не нужна. Так, железо есть. Так, ну, что-нибудь вот здесь шестерка есть. Что-нибудь получится. Нужно пробовать. Из трех делается. Тут вообще есть у нас два. Идем. Так, это сейчас все поломается, ну и ладно. Так, эти, в принципе, можно было найти, вернем все-таки. Пускай поломается, это останется. Так, разнесли. Замораживаются. Или у нас нету. Здесь все снесли. Очень плохо все. Меняем их. Надо железо добывать. Железо, железо. Так, здесь такой должен быть. Так, ошибка. Я случайно нажал на ошибку «Окей». Он мне, видимо, все перезаписал. Точнее, наоборот, не сохранил. Сейчас мы будем где-то, наверное, чуть-чуть раньше. Наступает зима. Так. Да, намного раньше. Не знаю, почему стала ошибку выкидывать. До этого вроде играл нормально. Все что-то из-за монахов этих. Так, сносим все почти. Отсюда, кстати, мы уже вознесенным забрать не можем отсюда. Так, хотя смысла особого нет все это сносить. Попробуем через вот этих. Через торговцев. Так, 8. Монастырь сносим. Торговая гильдия. Может, у нас где-то есть? Вроде бы ее не убирали. Так, вот у нас рынок есть. Только рынок. Один рынок, кстати, можно убрать. Не знаю, где-то может есть он, но искать не хочется.
Так, кидаем. Золотых у нас много. И тогда надо куда-то скинуть. Куда нам его скинуть? Так, чтобы он вообще исчез. Так, наверное, через приют. Так, опять ошибка. Как можно-то? Там даже возможности не дали сохраниться. Опять сюда перешли. Так, я не знаю, как их атаковать. Как мне их по-быстрому убить? Дойти просто эту миссию до конца. И все, и выйти. Тут через этих проще будет. Если они у нас прокачаны все. Конечно, поставить камеру, надо ее поставить, надо что-то снести, сносим. Наверное, опять из-за церкви что-нибудь произошло. Так, у нас кузня. Нет, кузня — это конструктор, не то. Ставим камеру усиления куда. Так, хочешь не хочешь, надо их усиливать. Из этого совсем плохо. Я хотя бы не на восьмерку. Сделаем. Так, замерз. Ладно, быстренько дождемся лета. Все уже не под контролем. Могут все уйти. Ничего страшного. Там даже попроще будет. Так, ждем лета. Так, можем, в принципе, пока поставить башню. Так, мы не поставим. Эти сначала снести. Так, тогда ждем. Правда, сейчас, может быть, лет начнется и опять зависнет. Он, видимо, при совете зависать начал. Так, нет, не зависло.
Кубик солдат получает 15 шанс стать усиленными при использовании в солдатских районах. Заменяет на это во всех локациях в солдатских районах. Так. Сбор. А, то есть мы можем таким бить. Так, не очень понимаю, зачем-то. Кубик солдат становится невосприимчивым к маражу. Отлично. Это самое главное было. Так, нападаем. Всех разносим. Так, раненые еще бывают. Про это я подзабыл. Это я ранен. Ну, ничего страшного. Нам уже лечить их будет сложнее. Так, но они все не умрут же. Не умрут. Два кубика. Ранение что-нибудь лучше убрать. У нас аптека идет. В принципе, травы этот. Легче поставить это. Чем заново постоянно создавать. Эй, не туда. Дальше надо было. Остановить. А у нас здесь тоже есть. Да, вообще не нужно. Так, травы. Да, в принципе, так проще. Травы у нас много. Трав. Конечно, можно вообще и конструкт сделать. Конечно, уже нельзя. Ладно, так сойдет. Так, 4. Да, и 2 по 5. По-любому конструкт нужен. Без него никак. Так, хорошо. Все взаимосвязано. Через конструкты. Заблокирован. Не обязательно.
Раз так, ничего не делается. Так, я надеюсь, ничего не делает. Это не значит, что он не атакует. Да, все нормально. Так, мы справимся. Бежать на нас. А, раненый. Так, вот этот у нас не раненый. Так, теперь нам надо поставить еще одну. Один военный аванпост. Мародерство. Нападающие враги с вероятностью 15% дают немного железа при смерти. Это хорошо, кстати. Военная академия начинает требовать дополнительный кубик и давать дополнительный кубик солдата. Нападающие враги с вероятностью 15% дают немного еды при смерти. Нет, пускай будет железо. Я думаю, никто. Факелы. Тусклый свет, чаще люди с факелами, нельзя дать им поджечь наше поселение. Так, вот они побежали. А, на них можно нападать. Да, в принципе, можно нападать. Так, что мы делаем? Так, это сейчас, наверное, раним. А, ну. Так, это написано. Мы не можем замерзнуть. Нельзя бросить или назначить. Буря мечей и топоров, дикари, позарившиеся на наши дома. Нельзя дать им уничтожить наше здание. Так, нам надо сначала их полечить. Так, вообще-то у нас же совет есть. Они могут замораживаться. Кубики солдат становятся невосприимчивы к обморожению. Нигде. Можно использовать. Так, они нам снесли этот аванпост, что ли? А, и исчезли. Ладно. Так, нам надо... это поставить. Да я не вижу, что можно их использовать. Нельзя бросить. Так, 6. Так, мы истребили иных. Пророчество исполнено. Надо было сначала это поставить. Район. Открыт правитель. Так, ну все, дальше мы уже играть, в принципе, не будем. Сейчас посмотрим правителя. Что у нас тут есть? Здесь у нас все так же осталось. Как бы усложнять себе игру я не вижу смысла. На мели. Правитель. Гниль.
правитель, барон, которого король призвал добыть средства в поддержку общего дела. Скрываясь в тенях, он собирает тайны, самые ценные королевские. Начальные ресурсы, еда, дерево и золото. Рынок. Торговцы могут обменивать ресурсы на золото. Так, что у тебя здесь? За лучшее благо. Способность ставки дает 1 единицу золота за каждый сословный районный центр, но понижает счастье управляющих ими сословий. Как это у нас? За каждый. И комбинация для работы 4 торговца. Так, ладно, здесь у нас получается наши кубики есть. 1 и 2. Можно заменить только 2. Так, экстрим. Меняются. Это уже просто так. Дальше мы уже играть не будем. Просто посмотрим на экстриме, что здесь прямо сейчас будет. По идее, будет ресурсов не хватать. Карта, я думаю, длиннее не станет. Такая же останется. Да, все то же самое по карте. Ну, единственное, что жестче сейчас все будет. На нас нападать должны, наверное. С лагеря могут напасть. Кубики просто так ломаться будут. Также дают. В общем, сложности будет только там. Сколько здесь надо? 6. Можем просто вперед заглянуть. Ничего не сломается. А нет, чтобы заглянуть, надо разведку. Походу мы не заглянем вперед. Идем тогда оттуда. Так, это сейчас все заблокируем. Он не сломался. Так, обязательно тот нужен. Так, по-моему, у нас разведка-то идет зеленым. Нет, не зеленым. Здесь у нас разведка. Также лагеря. Это сейчас сломается. Так, факелы.
Объятый ужасом крестьянин зовет на помощь. Кто-то напал на наше поселение. Кто? Зачем? Быстро расходятся слухи об иных. Мы здесь не одни. Тусклый свет, кричащие люди с факелами, нельзя дать им поджечь наше поселение. Так вот, почему нас дают на этих, на оранжевых мечи. Они уже поперли на нас. Требуется два сражения. Так, собственно, нам уже ничего не сделать. Так, что он будет делать? Крушить. Ну, нам новый кубик не создать. Они его подожгли. Нам и не починить его. Так, ясно, что они будут нападать постоянно. Надо теперь от них обороняться. При этом ресурсов у нас должно быть здесь везде поменьше. Вроде бы как. Ладно, дальше мы не будем. Так, сохранить, выйти. Так, включаю авторов. В принципе, на этом я заканчиваю прохождение данной игры. Благодарю всех за просмотр. С вами был Народ.